Из-за взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в атмосфере оказалось почти 200 тонн радиоактивных веществ. Бороться с последствиями аварии ехали люди со всего Советского Союза, которых потом назовут чернобыльцами. Среди них было и 270 железногорцев. Вацлав Марковский к 1986-му водитель большегрузов с многолетним стажем. Один из первых на Михайловском ГОКе сел за руль 120-тонного КАМАЦУ. Чернобыль приехал через год после катастрофы, вывозил из зоны детали радиоактивного оборудования. Ну, не знаю, что там кузы было. Какие-то что-то стучало, ну, кабине нельзя было выходить. Заезжаешь, груз выгружаешь, загружаешь и въезжаешь. Так, налетом. Подобно солдатам и офицерам Красной Армии, ценой собственной жизни, защитивших мир от коричневой чумы, ликвидаторы, не раздумывая, стали на защиту страны от смертоносного и невидимого врага – радиации. Последствия этой аварии могли быть гораздо больше. И все человечество на нашей большой планете в неоплатном долгу перед вами, уважаемые ликвидаторы. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое от нашего поколения, от наших будущих поколений. Я уверен, что мы в сердцах пронесем память о вашем подвиге, о вашем труде. Дмитрий Лазарев попал на Чернобыльскую АЭС в 89-м. Участвовал в строительстве санпропускника перед главным саркофагом. Пробыл там ровно 4 месяца, но запомнил самый первый день в радиоактивной зоне. Едешь, когда в деревне стоят, все пустое, трава. По пояс, можно сказать, ни одной живой души. Техника стоит, все заросшее, дома заросшие. Сколько рентген было, когда вы там работали? Немного. 300 микрорентген часы набрали у меня. От имени руководства компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа ликвидаторов аварии благодарили за мужество и самоотверженность. Из пожеланий самое главное, конечно, здоровье.